Приветствую вас, друзья, на канал WebPlay. Мы сегодня продолжаем игрушку под названием Planet Zoo, друзья, как вы уже видите на экране. Итак, сегодня мы будем заниматься одним животным, которое вы попросили. Да, я уже забыл, как он называется. Секунду, друзья. Сейчас. Как он называется у нас? Бонго. Вот, Бонго. Мы уже создали для него маленький вольерчик вот такого вот вида. Я уже тут подготовил, чтобы время не терять и сэкономить его в видосике, чтобы у вас только самое основное появилось. Вот, мы сюда его и запустим. Ему нужно... Сейчас смотрим, что ему нужно, кстати. Я уже вроде бы это наметил, вольер, а забыл, какой у него должен быть размер. Итак. Запедия. Итак. Бонго. Популяция в дикой природе от 15 до 25 тысяч. Бонго. Трахерпезус эрицерус, что-то, блядь, такое скрытная антилопа, обитающая в густых лесах Центральной Африки. У нее яркая каштановая рыжая окраска с белыми полосками на боках, желтыми пятнами под глазами и белыми отметами на ногах, а также большие уши. Главное отличие особенного вида – большие спиралевидные вертикальные рога. Спиралевидные, да-да-да-да. Так, рога у самцов, у самок рост в хвост. В холке стреляет от 1 до 3 метров 30. А длина тела может достигать от 2 метров 15 сантиметров до 3 метров 15 сантиметров. При этом самцы гораздо тяжелее самок. Их вес в среднем стреляет 310 килограмм против 190 грамм. Угу. Это как у белых медведей, такая же самая огромная разница. Этот вид близко к уязвимому положению вырубка лесов и превращение диких змей в сельскохозяйственные угодья угрожает ему уничтожение среди обитания. Кроме того, из свои большие фигурные рога эти звери часто становятся объектом трофей охоты. 60% популяции банго обитают на территории охраняемых заповедников, где охота запрещена, но это, к сожалению, не всегда оставляется у браконьеров. Также важно отметить, что эти заповедники защищают не только самых животных, но и естественную среду обитания. Скрещение родственных, ах ты жопа. Итак, сколько надо? 240 метров квадратных. У нас гораздо больше. От 8 класс 2, 1,20 м. Окей, хорошо, не страшно. Воды ему не надо, но мы все равно сделаем воду, потому что нам тогда не надо будет заниматься всякими потом. Окей. Итак, что у нас тут? Размер группы 1 и более. Один самец, не более 4 самок. Вот. Так мы можем, значит, приобрести 4 самки, друзья. Но, значит, здесь еще надо 3 самки можно приобрести. Размер хотя с группы 1. Так, нет, полигами, нет, так, вот это. Окей. Ладно. Так, ладно, запускаем мы, короче. Ну, нет, тут соответствий никаких, соответственно, не может быть у них. Так, берем в торговле животными. Так, сейчас пойдем проверим, что здесь происходит, что 7 целых. Ну, опять это застряли, паскуды, наверное. Так, ладно. Ну, такую самочку, 140, да-да-да, берем такую, берем, обязательно берем вот таких вот, которые, потому что они нам дадут неплохое потомство в будущем. Так, это пацанчик, плохой, не будем брать тебя, плохая, вернее, самка, у тебя все показатели просто ужасные. Так, что у тебя здесь, 300. Тоже. Ну, все те, которые за деньги продаются, у них вообще все это очень печально. Будем их покупать за листочки. Экобаллы, как называемые. Итак. Переместить. Ну. Вот, не знаю, что с этой игрой, но она зависает постоянно, блин. Ты тыркаешь, блядь, на ничего не получается. Так, это центр ЗАГЗУ. Так, переместить. Тут тоже, конечно, не очень все... Печально, круто, да, но все-таки чуть получше, чем у всех остальных. Переместить. Африканский буйвол достиг зрелости. Ну, сейчас зайдут у нас эти бонго. Проверим, что им нужно. Так, что по поводу воды? Сейчас, подождите, друзья, посмотрим, где нам строить воду. То бишь, не строить, вот здесь можем сделать бассейнчик маленький. Даже не здесь, а вот здесь, потому что здесь дверь. Будем здесь где-то сделать, вот здесь, типа, делать, да? Да, вот здесь можем сделать какой-нибудь маленький... Это его. Сейчас пока что. Пока несут нам зверюшек. Давайте сделаем маленький. Ой, ёпты. А ну это этих интенсивность. Да 100%. Ой, ёпты. Интенсивность слишком большая. Не надо столько интенсивности делать. 80.
Так, ну что ж, смотрим, принесли нам наших этих бонго. Так, ну смотрим, какие что за красавцы у нас здесь. Ой, что-то ему прям на спину бросил. А это самка, да, это не подойдет, самец, подожди. По рогам надо смотреть, у него большие роги, это самец, это самец, это самец. Ты сюда посмотри на меня. Во, да, это самец. Смотрите, на эти рога просто, блин, такие мощные. Таких, как на тебя посадить, так будет все писец. Итак, смотрим, что им нужно. Первый. Ой, ёпты, сразу все по красному. Так, что у вас, уважаемый? Укрытие, ландшафт, земля, низкая трава. Ну, ландшафт, низкая трава. Низкая трава. Очень много высокой травы. Так, мне что у нас тут земля нужна, да? Рыхлая земля, плотная земля. Обычно около бассейна, когда поставить. Надо больше воды налить сюда, кстати говоря. Вот так. Вот. Вот. Так. И чуть-чуть рыхлой вот такой земли. Ага. Нет, он не смотри, не дает. Так, рыхлая земля. Ну давай, завязывай же. Чё так много тебе рыхлой земли вообще надо? Лё. Высокая трава. Воу-воу-воу, что за зависоны? Камень, надо камень, 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 камень. Есть камень? Где камень? А где камень? Снег. Низкая трава, высокая трава, рыхлая земля, плотная земля. Неровный камень. Главное, он такой, блин. Песок. Ну, мы можем только землю туда сделать. Рыхлая земля. Потому что очень много высокой травы у нас здесь, да? А чё они, блядь, в земле живут, так я не понимаю вообще, алё. Ну, траву что, вообще не надо? А чем они напитаются? Землей, что ли, не понимаю? Где у нас ещё высокая трава? Воу-воу-воу, низкая трава. Стопэ. Ну вот так как-то. Укрытие. Так, стопэ. Вольер. Укрытие. Ну как-то красивенько укрытие. У нас тут есть вроде бы такие няшные. Ой, ёпта, это что такое? Арктика. Зачем нам Арктика? Нам надо вот такое что-то. Вот вроде такого, да? У нас такое уже есть. Такое у нас тоже есть, да? А это что? Ебать, это огромное. Не-не-не. Давайте вот такое построим, да? Идеально вообще было бы построить вот такую вот парочку, да? Или чуть побольше. Нет, побольше. Нет, такого побольше нету. Чтобы, ну, было видно со всех сторон. Вот, 260. Ну, навряд ли это сюда залезет. А давайте вот такое построим и все. Тут будет нормально у него. Так, тут люди смотрят. Вот сюда можно поставить. То, что тут я... Так, укрытие у них 100%, все нормально. Вольер средняя, вольер 100%, так. Можно было, конечно, строить свои вольеры, да, но это, опять же, говорит, это займет очень много времени. Ну и мы же, конечно, вы что, не хотите сидеть 2 часа и наблюдать, как я буду строить вольер. А какой смысл строить вольер, если, например, я его не показываю от нуля до конца? Вот, тоже, я думаю, вам так это не понравится. Тогда надо выбирать какое-то среднее тогда. Так, смотрим, что дальше у нас получается по этому делу. Так, нам надо что? Покрытие. Ой, ёптай, тут растения нужны. Ай-яй-яй, что за объемы? Тропики. Окей, надо им сейчас... Вода у них есть. А я ж не поставил самое главное, друзья. Ёж ты матрёшь.
Где наша женщина трехзвездная? Вот. Бонго, иди изучай Бонго. Так, нам надо сейчас вольер есть поставить, что-то им покушать. Что это такое? Бонобо. А как он называется, блин, наши? Они называются Бонобо, да? Это Бонго называется, Бонобо ты, блядь. Бонго. Бонго, а где это у вас тут? Бонго, вот такая можно поставить, такую можно поставить. Одну, да, сюда поставим. Вода у них есть здесь, так что нормально. Это что такое? U-shape Savannah's Shelter. А, это какой-то мод, я понял. Ладно, ждем, короче. Что здесь происходит? Что цены на билет слишком низкие. Ты че, издеваешься, бля? Так уже 35 баксов. Ладно, 40, блин. 20. Ну как, он так понравится, блин? Солнечные панели оказали. Так, вызвать механика. Почему механик это все не делает сам? Я не должен за этим следить. И испытывает стресс. Почему ты испытываешь стресс? Хочет пить. А ты что, застрял, что ли? Вот сюда, иди пей. Прям по мясу на. Хочет пить. Дружище, вот же тут вода у тебя стоит. Ну, скорее всего, он застрял просто. Да, маленький застрял где-то здесь. Подожди, надо начать все тут как-то, да-да-да. Это удалить надо. Ага, вот в чем прикол. Где не застревает. Окей, ладно, возвращаемся обратно к нашим антилопам, блядь. Ой, бонго, блин. Так, что у вас здесь происходит? Так, смотрим, что у нас. Питание растений. Растения. Биом, 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 биом. Там у нас был какие-то... Какой у нас биом там был? Это биом у нас был... тропики, да? Тропики, да? Так, тут все нормально. Ой, тут у них очень много места. Покрытие. Биом тропики, да? Природа. Мне нужно тропики, друзья. Тропики. Африка. Ну, Африка. Ну, должно быть, по идее. Африка. Ну, например, вот поставим вот такой вот. Подожди, нет. Что такое? Не с того континента? Да как не с того континента? Ты чё? А, ну тропики, блядь. Какой Африка, на? Это пустыня, блядь. Так, вот тропики. Тайга. Ну, Африка. Они же в Африке обитают, блядь. Как это так понять? Не понимаю. Ладно, где там тропики наши, блин? Тропики, вот, тропики. Все. Сейчас будет все окей. Так, вот дерево поставим сюда вот. Во! Пальмочки парочку надо забубенить. Пиздец. Не хочет. А вот такой вот, что такое? Тамарадин, так, ну ладно. Окей. Это поставим около... Так. А, кстати, блин. Я же не врубил это все. А здесь мы не врубили... Что мы здесь? Вымирание каких-то змей. Здесь мы... Бонго. Здесь у нас что? Идет второе у нас. Сокращение популяции пчел. Так, что у нас здесь? Так, бонго. Ну и здесь мы положим, что тут у нас? Вырубка лесов. Ну, это как обычно. Это до сих пор и будет продолжать такая вот фигня происходить. Бонго. Ну и тут что у нас? Четвертое получается. Экотуризм. Ну, нормально. Экотуризм, окей. Так, мне надо пару камушков все забросить. Кстати, надо посмотреть, им вообще эти камушки нравятся. Да, блядь, я поставил тут камушки, а может быть, вы говорите, идите вы забахните своими камушками. Вот так.
Что еще можно такому забубенить? Это что такое? Не знаю, что такое. Не понравится? Нет, мне такое не понравится. Нет, таких мы не будем ставить, потому что я не увижу, сам не увижу этих, блин. А вот такие вот вещи. Нет. А это вот. Такая пальма. Да. Не знаю. Так как-то положим, а что... Как-то хаотично надо раскидать их. Пальма, лист. Вот это может понравиться. Мне нихуя не может понравиться. Вот и жопа, а. А это что такое? Сцевола какая-то. Угу, не понравится мне такая. Сцевола, это что так? Ну это вот уже есть. Дерется. Нет. Во-во-во, это точно. Это по-любому им понравится. Пальбас, я чуть поляю. Не, нихуя, бля. Мне понравилось, им не понравилось. Ах вы жопой. Ладно. А вот кувшинки. Угу. В баню. Или привередливые вообще морды. Асая. Не нравится им это. Ух ты, блядь. Тоже не нравится это. Да чё вообще нравится, алё? Какие-то вы привередливые все вообще мне. А вот это? Вон, ну наконец хоть это понравилось им, блядь. Так, покрытие чуть-чуть осталось, и мы уже можем завязывать с этим всем. Кокосовая пальма, блядь. Давай вам понравится кокосовая... Нихуя. Кокосовая пальма понравилась, друзья. Смотри. По пальм насажаем, будет все, блин, просто чики-пуки. Вот так. Что со статусом растения? О, все нормально, мне больше не надо. Ну вот такая вот, друзья. Ну там, по большому счету, так оно и выглядит в природе. Там очень много деревьев, а там, где они, у них пастбище, они там гуляют. Так, смотрим, можем еще какую-то самочку можем приобрести. Так, смотрим, так, зоопарк, торговля. Еще, у нас есть три самки, нет, две самки, да? Так, ух ты, мне купили нормально, нормально. Самочка есть какая-то нормальная? Во-во-во-во. Берем, берем. Бери, ёпты. Сейчас кто-то купит ее по-любому. Окей, переместить. Там может быть 5 животных здесь может быть. 5. Так, Валер, мне надо сейчас пацанов поставить каждый год. Механик каждые 3 месяца пусть идет. Ветеринар каждые 3 месяца тоже пусть идет. Окей, у нас 1-2. Сколько у нас получается животных здесь? Так. Так, где животные? У нас животных 3. Это будет еще одну самку можно приобрести. Да, просто там были самки хорошие. И, ну, не хорошие, а вернее за... Денушки. Вот тут 80, 85. Да, нормально, берем. Переместить. Отлично. Сейчас ждем, пока у нас появится... Исследования, а может уже появились, а то я тут что-то клацкаю. Нет, еще нет. Так, смотрим, тогда можем поставить обогащение, что-то торговля животными. Нет, у нас был вольер, природа, вольер. И вот сюда. Может быть, что-то им тут тоже понравится. Ну, навряд ли что-то им тут понравится. Бам-бам-бам-бам-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Волк. Белый медведь, бонго. Во, бонго. Такой можно забросить сюда. Один. Какой-нибудь сюда второй.
Бог любит троицу, значит, 3 поставим. Окей. Что еще? Это что? Белый медведь, слон. Фрукты. Баноба. Так, не то. Это что? Баноба, баноба. Это у нас здесь что? Африканский слон. Бенгальский тигр. Это мясо. Это явно не им. Так. Значит, что у нас здесь? Игрушечки, да? Маркер с бонго. Ну, можем один маркер поставить. Парочку. Ну, да, один маркер поставим. Будет нормально. Следующее, что у нас? Массажный стол. Ну, не стол, а столб. Бонго, да, вот. Бонго им нравится такая вот вещь. Она прямо около хаты у вас там будет, чтобы там помассировали весь спинку себе. Так. Буду застревать там, блин. Отлично, так, да, это что у нас? Баноба, так, не то. Это что? Это что? Гепард, но это острые когти. Ящички. Баноба. Любят они таких. Буду ставить себе по 3, потому что, ну, бог любит троицу, вот и все, мы тоже любим троицу. Подожди, подожди, Баноба или Бонго? Подожди, как он назывался, подожди, что-то я не понял. Я уже забыл, как он называется, блядь. Бонго. А я тут поставил эту тему, что для чего он вообще? Это что у нас? Это вообще не к нам. Что-то опять. Наверное, куда-то залезли. Низкий уровень благополучия. Что происходит? Что с температурой? Да вы запарили у меня уже. Я тут уже, блядь, так уже понатычкал все эти сенсоры, целую кучу. Ну да, я понимаю, бассейн. Не могу остудить бассейн, пацаны. Ну чё вы, блядь, издеваетесь надо мной? Как тебе могу стыдить бассейн? Единственное, то, что можно поставить еще один вот такой вот. Я не знаю, как, друзья. Если вы знаете, как можно остыдить воду, дайте мне знать, пожалуйста. Я что-то не понимаю, как я могу остыдить воду этого козла. Этим вообще, мишка этим, социализальная группа, так. Так, что у нас там вообще дали? Что нам, где там волк, баноба, так, и игрушку. Окей, поплыли. Но это все, это избавится. Сейчас они уйдут в тепленькое местечко, в тепленькое местечко, и будет все нормально. Так, надо еще растянуть. Сейчас будет еще, блин, наши рельсы, рельсы, рельсы. О! Залезли на. Сейчас давай. Блядь, что-то полежи, давай. Давай, 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 давай. Прикольно, прикольно. Так, ладно. Нехватки места, трубкозубы, блин. Опять вот эти трубкозубы меня не просто раздражают. Честно говоря, друзья, они меня просто бесят. Так, ладно, смотрим, что там у нас по игрушкам появилось. Новое, что у нас там? Еда. Что-то появилось новое, а что? Вот я сейчас, мне сейчас надо засечь. Что новое? Это что? Бонго. Так. Что еще у нас там? Есть что-нибудь еще? Бонго. Бонго, у вас что-то еще есть? Что вы там любите поиграть? Мячик по-любому. Нет? Вы хотите бонго мячиком? Это что? Белый медведь. Это волк. Нильский ирбис. Это что? Волк. Это мясо такое-то. Это баноба. Так. Волк. Крокодил. Ясно. Волк. Гигиена. Гигиена, блядь. Гиена, блядь. Гигиена. Это что? Бонго. Во-во-во-во-во. Умер от старости. Африканский бизон умер от старости. Сейчас по нему его заберем. Так, смотрим, что у нас тут по их.
Как укрытие? Что, мало укрытия? Да, укрытия мало у него. Бляха-муха. А ну да, шаниш сейчас побольше у нас. А если мы еще один поставим, еще одно укрытие поставим? Давай сюда, как бы даже... Вольер. Укрытие. Это что у нас? Африка, да? Вот такой маленький еще. Нет, это, блядь, не маленький, это, блядь, большой довольно-таки. А что можно еще запоставить такое? Малюсенькое. Но это огромный. Надо смотреть по цене. Они такие, как сколько будет стоить? Так, 600. Нет, это маленький слишком. Это тоже слишком маленький. Большой. Огромный. Ну, и сейчас у вас как там, все нормально? Так, укрытие покажи мне. 69%, ты чё, блин? Почему 69%? М? Должно быть 100. Ладно. А что мы еще можем сделать? 61%, так, хорошо, скоро спарится, я понял, хорошо, ладно, спаряйся, спарься. Мне надо сейчас узнать, почему ты... у вас мало места, да, для этого, надо еще одну такую туда поставить. А... Бонга ждет потомство, отлично. Так, значит, мы ждем, так, мы это убираем. Это дерево мы куда-нибудь переносим. Вот сюда, например. Это мы тоже переносим. И сюда доставим укрытие, объект, вольер укрытия. Два укрытия, блин, ну как-то жирно, пацаны, ну я не знаю. Ладно, черт с ним, ничего страшного, так, среднее место огромное. Раз, два... 3, 4. Значит, мы можем еще, значит, друзья, поставить туда вот такие вот. Дублировать. И пойдем разбираться с трубкобзубами этими странами, которые опять там буянят что-то. Так, окей. Сейчас у вас все должно быть идеально. Растения, покрытие, укрытие, 100%, все отлично. Что там, насмотрим, что там, блядь. Вольер, животные будут драться, из-за чего? Вы запарили меня, блин. Ну, сейчас кого-то продадим. Торговля животными. Вот трубкобзубы, они мне постоянно какие-то проблемы создают. Постоянно, блин, не могу с ними, нагрин. Так, где эта трубкозуб сраная, иди сюда. Одного продам сейчас. Ой-ой-ой, зависон. Чем больше мы расширяемся, тем больше мы зависаем, друзья. Так, у нас два... Альбиноса родилась, тигронка, я имею в виду. Так, где наши... Блять, сколько опять надо идти смотреть, что происходит с этими. Так, как нам 10, 2 вольер самка. Ты идешь на продажу. Двести. Так, это мы отменяем. И делаем опять торговать. Торговать, 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 я говорю, торговать. 800. Отлично. Все, что у нас здесь происходит? Испытывает стресс. Да блин, вы запарили меня. Опять он застрял здесь. Как ты так сюда застреваешь здесь, я не понимаю. Сделаем так, вольер. Постоянно застревает мелкая, мелкий этот. Надеюсь, хоть этот раз не будет. Так, что тут происходит опять?
Ну да, еще опять он пошел пить, сейчас у него не было. И ты что здесь? А что у тебя? Социальная группа. А, я понял. Умрет от старости, исследование завершено. Так, смотрим, что у нас там. Второй уровень группы появился, наверное, этот. Четыре животных умерло. Ну все уже. Большая панда. Ветеран в пути уже. Малик, ты куда опять переместить? Постоянно застревает где-то, наверное. Так, это забирает. Так, смотрите, наши. Бонгу. Так, кто там у нас? Кто-то у нас там забеременел. Кто-то из них забыл. Кто-то там... Пойдем, потом сождается в марте. Что у нас за месяц? Август, сентябрь, октябрь. Ух, ёпта, это как далеко еще до них. Ну ладно. Подождем. Африканский буйвол произвел потомство. Хасанти. Малыш родился. Отлично. Так. Что-то першит гордость у него везде, блин. Что-то происходит опять. Испытывает стресс. Ну, у вас там так, я понимаю, у вас там, блядь, планета просто целая. Размер, где тусоваться у вас просто огромный. Ну, вы как-то друг друга там уже найдите. Кстати, надо посмотреть, подожди. Что, какая у него социальная группа? Как он там, Зоопедия, сколько там может жить? Так. Размер холостяцкой группы самок 1, 2, 1... Кто здесь? Пацаны, все нормальные, чего вы тут? У него вообще идеально все, чё ты, блядь? Чё вы паритесь, у него 100%. Они меня бесят. Бонга ждет потомство. Эй, пацаны, вы тут, блядь, тут составляете пробку. Все, наконец-то, протяжу и покидаю эту. Так, надо, знаешь, что, друзья, нам надо сделать? Нам надо расширить дорогу, потому что эти пацаны тут, блядь, все время постоянно... Вот так, чтобы этот, блядь, друг другу, блядь, не толкали. Они сейчас здесь сразу застряли, блядь. Вот тут тырки. Ну давайте уже разгрузитесь уже. Что вы тут встали, блин? Так, ну, я понимаю, блин, что-то происходит. Так, здесь все нормально сейчас, все что-то. Разошлись наконец-то? Да, наконец-то разошлись, блин. Все отлично. Супер. Замечательно. Что у нас здесь? А что вы здесь стоите? Я не понимаю. Если вы хотите в поезд, надо в эту сторону идти, друзья. Или на медвежат смотрят они отсюда. Да, поезд вообще как-то очень слабо работает. Подъемники довольно-таки мощно работают, а вот это, да, слабенько работает. Ну ладно, это потом мы исправим. Так, что у нас здесь? Ноябрь, декабрь, еще пару месяцев у нас будет первый маленький... Вон, о! Никогда не видел, кстати, как они играют с ним. Он гирьку взял в зубы и сейчас тусит. Здравствуйте, ну это плюнь уже.
Это что? Что это было? Это ты ее так положил на землю, да? Ну хорошо, допустим. Так, ладно, у нас тут что-то появилось, кстати, им говоря, у нас же что-то там они изучили. Так, еду можно положить второго класса уже? Да. Окей. Чтобы они у нас кушали хорошо. Так, вольер. Игрушки. Ничего нового не вижу. Тоже ничего нового не вижу. Окей. Ладненько. Ну, ждем. Ну что ж, друзья, настал момент потомства. Ждем. Эта самочка должна нам дать маленького бонго. Бонго, да. Забываю, как он называется. Ну, ляж. И клон один только может родиться, да, у нас, да, получается одна только. Да, вот и это маленькая. Где-то иди сюда, куда бежал. Тихо, стопай, стой. Сука, гуйняш ты, писец, просто такой весь. Здравствуйте, маленький. Сейчас у нас тут будет целая куча, потому что там все, походу, самки у нас беременные. Они будут малышей рожать. Да, вот такие дела, друзья. Так что, друзья, как и в предыдущих сериях, оставляйте свои пожелания, что вы хотели следующее видеть на этом нашем зоопарке. Вот. Если вам понравилось видео, конечно, ставьте лайк, подписывайтесь на каналчик, нажмите на колокольчик, чтобы получать оповещение о новых видосиках. А на сегодня, друзья, мы с вами заканчиваем и увидимся уже с вами уже в следующих сериях, друзья. Всего доброго и пока-пока.